Всем привет, с вами Нильф Горн, это игра BCG и рубрика «На что способен мозг человеческий». Сегодня мы посмотрим интересные постройки, и сегодня будет такая серия железных дорог, наверное, в какой-то степени, то есть будет такая тематика, ну и немножко ответвлений в другие стороны. Так что, поехали! Саня Токарев прислал нам такой вот поезд 1230. Название, конечно, не очень сильное. И у него есть дорога, ну понятно, что не очень длинная, но все же, по которому он, наверное, ездит. При этом при всем можно каждый вагон, так сказать, приподнять. Сейчас давайте проверим управление. То есть можно остановка, что ли, получается, в какой-то степени. Хорошо. Потом у нас есть грузовой отсек, я так понимаю. Давайте попробуем его открыть. Заценим, что это такое. Ой, поломалось. Ой-ой-ой-ой-ой. Поломалось. Ну. Как-то... Ой, опять, давайте неуязвимость включим все-таки. Не будем придираться, в общем. Какой-то грузовой отсек, мне кажется, слишком слабоват, потому что открывается в одну только сторону как-то. При этом при всем там же, ну, либо ракета какая-нибудь должна быть, либо он реально должен что-нибудь в себя загружать. Также здесь есть очень сложно управляемый манипулятор. То есть вот это... явно управляется и как-то так довольно-таки... О-о-о-о-о! Ого! Знаете ли, прям-таки... тяжеловатенько управляется. Так, а поворот у нее... Давайте проверим еще разочек. Поворот у нас, значит... как-то что-то... Нет, опять я путаюсь, значит, тогда... Стоп, ребятки. А! Все, вот теперь понятно. Вот так вот поворот у нас, значит. Давайте попробуем... Тут нам приготовили даже груз. Черт. Ну-ка, обратно немножко, немножко обратно. Оп, есть. Приподнимай. Давай. 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 Накоренился. Нет, не тот вагон. Вот четвертый усилим, чтобы он не накоренялся. Прям чувствуется. Положили. А как отцепить? Да, отцепить-то так же, как и все остальное. Ну и пускай он так и остается. И последний, я так понимаю, здесь ничего нету. Давайте попробуем сдвинуться с места. Убираем держатели. Ого. Это сейчас было такое... сразу авария произошла. Поезд оторвало просто от задней части почему-то. Кстати, странно, почему. Он движется, движется. Давайте заново движение. Посмотрим. Интересная система. На двух колесах посередине. Ну-ка еще раз, просто без всяческих изменений. Так, стоп. Все, есть же все, включена неуязвимость, то есть... ничего ломаться не должно, по логике вещей. Вы сами понимаете, что эта игра... тут просто сразу разрыв происходит. Хочешь, не хочешь, тут сразу происходит разрыв. По каким-то непонятным причинам. Слишком похоже... Вот. Пошел... оторвало сразу что-то. Такой, знаете, скрежет металла, там вой
страдания, там, ужасы просто металла. Но он движется, движется. Тут это... Муджахиды. А-ла-ла-и-ла-ла-ла. Самоубийство. Ну, я не понимаю этого, конечно. Такой поезд, знаете, без атакующих элементов. Такой мирный поезд, рабочий такой. Ра-ра-ра, отомстим за брата. Захват поезда. Не допрыгнул. Аж воздух их разрывает. Кто-то сейчас все-таки попадет. Мы перейдем границу, перейдем. Такие, один такой сел. И то под колеса там. Все. Теперь мы едем автономно. Все, теперь авария. Черт, железная дорога кончилась. Да. Перейдем к следующей постройке. Также от Сани Токарева бронепоезд. То же самое, та же самая система, но бронепоезд такой уже более навороченный. Давайте сначала выключим, так посмотрим. Там вон внутри что-то явно, что-то присутствует. Боковые пушки, притом классно, ну, сделаны, имеется в виду, выглядят они симпатичненько. Так, управление, давайте заценим управление. Управление 0.01. 5.8, то есть колеса у нас двигаются. Давайте сначала попробуем функциональность, да, то есть это все работает. Во-первых, 0. Ой, ой, что-то внутри уже рвануло. То есть... Баба, прикольно, то есть мы такие... бронепоезд может... Прикольно, кстати, вот как бронепоезд сделаны... То есть башенки сделаны вообще отлично. Мне нравится прям так. Очень симпатично. Так. Что-то вот тут вот... Что-то тут рвануло. Непонятно почему. Давайте вот так вот проверим, почему оно взрывается там. Ага. Там ракета почему-то не соединена, в общем. Недоделана. Но очень печально, что недоделана, потому что это, ну, нехорошо, недоделанные постройки. Ну, присылать, ребят, это некрасиво. Так, ну вот, ладно, все, ракета поставлена. Ну-ка еще раз, мне с пушками понравилась такая... Башня. Деревня, уничтожить деревню. Вот, че. Ой, что-то опять рвануло. Я, главное, ничего не делаю. Уничтожить деревню. Прикольно. Что-то сзади отвалилось. Черт. Так, пять. Что-то... Погнали. С буксом. С буксом трогается поезд. Вперед! Но, честно говоря, вот меня печалит вот эта вот верхняя часть. То есть здесь механизм должен... Он главное, взрывается непонятно от чего. То есть мы должны что-то такое приподнимать. Ну-ка, давайте попробуем это... Да что с камерой-то? Запустить. Ой. Запустить в стоячем режиме хоть эту ракету. Или как там она? Так, что у нас там? Управление. Так, 0. 0 это не то. Backspace. Ой, господи. О, как много кнопок-то. Так. Тире, по-моему, поднятие. Ну или минус. Давайте попробуем. Вот не все присылают описание постройкам, поэтому приходится... Так сказать, наглядно это все проверять. Ага, минус, значит, при поднятии. Что такое? Ой-ой-ой. Ракета. Не-не-не, уйди. Ну, на самом деле, тут даже отцепилась сама, как бы, ну, как бы это граната, да?
Это, конечно, нехорошо. Еще разочек. Минус, значит. Плюс. Ну, что я могу сказать? Ракета так себе. Я так скажу. То есть, идея, конечно, классная, но лучше бы здесь просто катапульта была. На самом деле, это было бы намного проще и намного интереснее. Все, на самом деле, двинулись в последнее время по поводу ракет и тому подобное. Это все-таки, знаете ли, нужно стоит делать, если у вас это получается. Давайте посмотрим, как он у нас проедет все-таки бронепоезд. Пошла, давай, давай. Пушки уничтожать. Ну, он прет, он, знаете ли, прет. Ну, в принципе, что ему не переть? Он на колесах едет просто по другой, как бы, площадке. Единственное, что классно, что это все еще и соединено. Нас сейчас подожгут. 100% подожгут. Давайте попробуем до конца доехать, это интересно. По-любому сейчас подожгут. Бог. Да. А, ну он нагревается, но... А, все отлично. Чуть-чуть прям впритык. Ба-ба-ба-ба. Там кого-нибудь мы... Докатится до врага, все нормально. Идея прикольная. Жалко, здесь вообще нет реализации поездов. То есть мы могли бы сделать какую-нибудь карту, в которой можно было бы направлять разные дороги, то есть делать, да, и на них строить какие-нибудь поезда или что-нибудь, какие-нибудь постройки на основе поездов. Это было бы прикольно. Потому что здесь постройка одной железной дороги, вот этой, вот это мы затормозили. А ну-ка, а задний ход? Отлично, отлично. Мне нравится, как рельсы у нас собираются в гармошку. А здесь приходится так мучиться, что в данном случае рельсы, они уже нагружают игру. Так что прикольная постройка, но я думаю, что ее можно было очень и очень покруче, более круче настроить. Сергей Книга прислал вот такой вот паровозик с такой вот железной дорогой. Тут даже, наверное, интересней сама железная дорога, чем сам паровоз. Он сразу сказал, что это не его постройка, что он ее скачал со Стима, так что мы просто ее посмотрим без оценки. Ну хотя, почему без оценки? Идея уже интересная, и видно, что поезд не сместится вообще ни в сторону, никуда. Очень тяжелая постройка, то есть она прям, ну прям так, так очень так тяжело стоит. Очень тяжело стартует FPS прям. А, ну мне даже, смотрите, мне даже делать ничего не нужно. Паровозик сам едет, при том задняя часть, смотрите, тут немножко подглючивает, но все равно прикольно. Классно сделано. Прям железная дорога для детей, как бы. Притом мост так еще хорошо сделан. Да и сама железная дорога классно сделана. Давайте круг все-таки дадим почетный. Ой, давай, 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 колесики. Интересно, со спуском он пойдет быстрее? Добавим антуража. Ну, с горки-то он, наверное, намного лучше должен идти. Что-то бомбит тут, бомбит что-то. Ай, пошло. Это все, это называется. Вот это скорость. Вот она же даже. Рельсы гремят. Ну-ка в поворот. Вот сейчас, наверное, будет очень тяжело так. А нет, смотрите, все нормально. Поворачивает, сам поворачивает. Туго поворачивает. Но, блин, идея очень классная. И реально забавно.
Такой, видно, прям старается, скребет. Кстати, может... огнемет может, наоборот, мешать, потому что он у меня же все-таки стоит Rocket Mod, и он может давить, так сказать, на переднюю часть, тем самым тяжелее приходится паровозу пробивать это вот. Блин, классно, он повернул, и прям очень классно сделаны направляющие. Но сразу говорю, конечно, это не играбельно в том плане, что даже не каждый компьютер это загрузит, потому что это реально... подлагивает на вагон и поворачивается. Блин, классно. То есть очень тяжелая нагрузка, конечно, все-таки. Игра великолепная, но вот нагрузка ее, это, конечно, жестоко. Прям невероятно. Хоть они и каждый патч говорят, что мы там понизили, мы там сделали лучше и все такое, но это такие незначительные улучшения графики и, ну, как бы, работоспособности игры, что, ну, в принципе, это, не, знаете, как сказать, что есть оно, что нет его. Так, это что такое? Это такое... Черт! А, тут соединить немножко дорогу надо было, оказывается. Впечатляет. Но на этом я... закончу и перейдем к следующему, потому что здесь, пока он закончит круг, это пройдет довольно-таки долгое время, так что классная постройка, побольше бы таких. Павел Богданов прислал нам такой вот ракетный комплекс 11, довольно-таки интересная постройка, интересная в плане реализации запускного механизма, то есть здесь даже не ракета, а мы как бы... бомбометатель, наверное, больше в какой-то степени. Или миномет, мортира. Или как-то вот так вот. Довольно-таки интересная постройка. И сделано тоже интересно. Потому что стрельба здесь происходит на основе, ну, вот этих дробовиков, так скажем. При этом при всем поворачивается в одну сторону перезарядочка. Очень и очень... очень и очень красиво это все смотрится. При этом при всем выглядит даже транспорт очень даже классно. Давайте немножко вперед проедем. Да, он еще может ездить, но мы это обязательно посмотрим чуть попозже. Ну давай, поворачивайся, барабан. А, ну я совсем медленную скорость сделал. Давайте поведем еще барабан. Давай. То есть у него довольно-таки много зарядов. Очень симпатично смотрится, Сема. Скриншот почета, так называемый, сделали. Так, еще у нас. Еще последний заряд. 12 зарядов получается, это очень круто на самом деле, при этом при всем у него танковое управление, и мне понравилось, что оно не просто танковое управление, оно с подвесочкой, то есть у нас две независимые подвески, и, ну-ка давайте камеру мне, и спокойно он забирается, как видите, то есть спокойно может передвигаться. То есть выглядит тоже очень отлично. Подвесочка тоже так радует. Механизм сделан очень просто, с одной стороны, да. Но нагромождение и вот этот вот барабан сделан очень интересно. То есть здесь стоит мортира, подставочка, держатель бомбы. То есть очень классно. То есть когда мы начинаем, ну так сказать, с самого начала, то у нас здесь наверху держится бомба. Притом, видите, в каком порядке держится. То есть здесь Павел поставил так, что зацепился за самый верх бомба. И когда мы уже нажимаем выстрел, бомба отцепляется сначала, и потом происходит выстрел. Ну, то есть это не последовательно, это все вместе происходит, но факт остается фактом, что это работает. Притом, мне нравится, что подвижность этой
построечки тоже очень большая, то есть в данном случае реально мне почему-то напомнило больше вот именно мортиру какой-то или что-то в таком вот роде, в таком ключе. Оп, мы быстренько такие передвигаемся. Давайте здесь стартанем. Вот так вот. Ой, лишканули. Можно даже, ну, то есть, завесом делать. То есть, такой перекидывать через стену, наверное, даже можно, да, патроны. Это интересно довольно-таки. Давайте вот здесь вот сейчас вот. Вот так вот. То есть, реально через стену можно перекидывать, и это даже... забавно. Очень прикольная построечка. Вот, ну, прям на 5 с плюсом даже. Ну, если по 10-бальной шкале, я даже, наверное, скажу, что это 10 из 10, потому что очень интересно сделано, очень забавно сделано. Продолжим. Тигран Шимохин прислал РПК-комплекс. Такая довольно-таки здоровенная конструкция. Сурово выглядит, при этом, при всем, она ездит, поворачивает. И поворачивает, ездит она тяжеловато. И, в принципе, я даже не буду, наверное, показывать, в конце покажу. Самое интересное здесь перезарядка и стрельба. То есть это устройство стреляет вот зажигательными ядрами. И у него есть же также и перезарядочка. Давайте попробуем запустить. Я попытаюсь это сделать. Так, во-первых, приподнимаем ствол. Так. Открываем дуло. Огонь! Ну, будем считать, мы попали. По-хорошему закрываем ствол. Открываем зарядный механизм. Патрон. Подача патрона. Зарядка. Оп, шомпол. Открываем. Эх, вот. Видите, что произошло? Патрон у нас куда? Вот, все. Для этого, похоже, и сделано так. Огонь! Единственное, что мне здесь не нравится, вот болтание вот ствола, как бы, оно такое неудобное и неуместное, так в какой-то степени можно сказать. Так, закрываем переднюю часть, открываем вторую часть. Ну вот видите, все, поломка произошла. Нет, все нормально. Он поглючил и восстановился. Второй патрон. Можно, кстати, вот так вот сделать даже уже. Так. Подача патрона. Так. Оп. Быстренько мы приподнимаем ствол, чтобы шарик обратно укатился. Открываем ствол. Огонь! То есть, понимаете... Почему-то мне напоминает прям вот перезарядку какого-то оружия, такого пистолета, там, не знаю, там, чего еще можно там. Так, давайте закрываем переднюю часть, открываем заднюю часть. Ну вот, с этим, конечно, есть небольшие глюки. Давайте опустим. Так, все, он зацепился нормально. Последний патрон, ну я его даже не буду запускать, потому что система понятная. Тигран всегда присылает интересные построечки, на мой взгляд. По крайней мере, они построены интересно, и ими интересно управлять. Также здесь есть у нас управление, при том у него на стандартных клавишах. Я прям сразу, как даже несмотря кнопки, так сказать, сразу понял, что управление такое вот у нас. То есть здесь можно поворачивать, передняя часть поворачивается, и, собственно говоря, вот как это все делается.
То, что передняя часть большая, поворот происходит так, ну, довольно-таки тяжело, по большому крену, даже если мы выворачиваем совершенно руль, так скажем. Но управление все равно очень правильное, очень качественное, очень четкое. Даже есть немножечко подвески. Ну, я считаю, даже можно было здесь подвесочку это не делать. Можно было обойтись и без нее, потому что конструкция не для того, чтобы проходить по пересеченной местности, как-то так. Может быть, даже ее можно было сделать более компактней и более, ну, как сказать, более проходимой, что ли. Ну, то есть, видите, колесная база очень вынесена, и можно было поуже сделать, и тогда это выглядело бы более так грознее, более интереснее, на мой взгляд. Просто здесь представлено такое чувство, ну, представлено сам механизм, да, а вот именно эстетическая часть, она недоработана. Но все равно очень интересно. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Присылайте свои постройки, соответствующую тему. И ссылку ВКонтакте под видео это все будет. Если вы хотите скачать постройки, они также будут под видео. С вами был Нильфгорн и ваши идеи. Всем всего хорошего. Пока.